Всем привет! Меня зовут Светлана, и я рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня я расскажу вам еще один способ лечебный, который связан с лавровым листом. То есть мы будем сегодня лечить с вами органы слуха, то есть наши уши. В основном, когда у деток начинают болеть ушки, или же у нас, когда мы где-то застыли, начинает болеть ухо. Но опять-таки я вам говорю, если уже сильный у вас отит, гнойный отит, эта процедура не подходит. Это надо обращаться к врачу специализированному, и нужно лечить все антибиотиками. Я сейчас говорю о легкой простуде, если вот пришли и чувствуете, ухо болит, или у ребеночка у вашего где-то приболело ухо. Но все-таки нужна консультация врача, особенно если касается маленьких детей. Итак, значит, как мы готовим с вами настойку? Для приготовления нужно взять 2 столовые ложки измельченного листа лаврушки. Заливаем стакан кипящей воды. Лучше всего, опять-таки говорю вам, это делать в термосе. В термосе мы заливаем. Стакан у нас приблизительно 200-250 грамм. Настаиваем 2 часа, затем мы вот этим вот раствором, мы отфильтровываем, во-первых, этим раствором мы промываем хорошенько внутри ушки. Вот если у ребенка берем ватную палочку, туда макаем в эту настоечку и чистим ушки, или свои уши чистим. Далее, ну, взрослым можно закапать по 2-3 капельки в ушко, ничего страшного не будет, деткам этого я не рекомендую делать. А лучше всего, вот я вам рекомендую, возьмите ватку, немножечко смочите вот этим вот раствором, и вот эту мокрую ватку, чем капать в ухо, вот просто вот эту мокрую ватку всуньте в ухо в одну, и помочите, и всуньте в ухо в другое, и ложитесь спать. Или ребеночку, это не повредит абсолютно, вот вреда никакого не будет, а пользы будет очень много. Но еще раз вам говорю, более серьезные проблемы, если это отит, гнойный отит, или касается вашего ребенка, все-таки лучше всего проконсультируйтесь у врача. А я вам желаю здоровья, счастья и всего самого наилучшего в мире.